5 боев на профи-ринге и 5 побед. Таков послужной список Ернара Ешенова. В далеком Саутгемптоне, говорит боксер, необходимо развить успех. Будет непросто, но за плечами казахстанца 11 лет усиленных тренировок и невероятная воля к победе. Я выступаю в весовой категории до 69 килограммов. 12 мая в Англии буду драться с шотландцем Майклом Макгурком. В случае победы заполучу пояс WBC. Я хорошо изучил соперника и готов сразить его. Через переднюю руку. Непобежденным едет в Англию и Александр Журавский. Сначала он стал сильнейшим на родном павлодарском ринге, затем выиграл областные состязания, а после был республиканский триумф. И вот настала пора посягнуть на континентальное господство. Правда, и оппонент у казахстанского боксера не менее титулованный. Буквально на днях вылетаем в Лондон, там еще проведем несколько тренировок, подгонка веса и 12-го у нас бои. Какой титулованный соперник, он чемпион Британии, без поражений, крепкий, ну, серьезный соперник. Бой будет за титул ВБО и европейский титул. Титульные бои на Туманном Альбионе состоятся благодаря британским промоутерам. Специалисты заметили казахстанских боксеров еще в прошлом году в России. У Ернара будет бой за пояс WBC US Silver, и после этого останется один шаг до поединка за чемпионский пояс WBC. Он уже громко о себе заявил, несмотря на то, что провел всего 5 боев. Не менее важный бой будет и у Журавского. Если Александр победит, то завоюет пояс и в рейтинге профессионалов ощутимо поднимется. Это к тому же и новый уровень заработка. Ернур Душанов, Искендер Тугузбаев, телеканал Алматы.